Омские антимонопольщики вынесли предупреждение владельцам мусорного полигона в Надеждино. Компания ЖКХ-сервис самостоятельно установила цены на размещение мусора в обход утвержденным РЭК-тарифом. С такими жалобами в Омское УФАС обратилось сразу несколько управляющих компаний и операторов по вывозу мусора. Напомню, между организациями вспыхнул конфликт. Одни повысили тарифы и не пускали на свалку тех, кто отказывался платить по новым ставкам. Другие посчитали увеличение платы незаконным, мы сократили периодичность вывоза мусора. Все дело в том, что на полигоне разделили понятия твердые бытовые отходы и крупногабаритный мусор. Разница же в стоимости размещения одного кубического метра существенна – 66 рублей и 110 рублей соответственно. В Омском УФАС такие действия посчитали неправомерными. Действующим законодательством отсутствует такое понятие, как крупногабаритный мусор. Антимонопольный орган пришел к выводу, что компания ЖКХ-сервис необоснованно разделила твердые бытовые отходы на два вида – ТБО и крупногабаритный мусор, установив за одну и ту же услугу по размещению ТБО различные цены для потребителей этих услуг. В одних случаях цена соответствовала установленному РЭК Омской области тарифу, а в другом случае применялась цена, установленная компанией ЖКХ-сервис. В связи с этим у компании было выдано предупреждение. В течение 10 дней компании необходимо осуществить действия по отмене приказа управляющего ЖКХ и в дальнейшем в своей деятельности по оказанию услуг по размещению ТБО применять единую цену для всех потребителей.